Меня зовут Дэн Козлов, я из группы Inner Voice, в начале 90-х известный как «Внутренний голос». Я хотел бы рассказать сегодня об истории рейв-культуры, потому что снова появляется интерес к этой культуре, которая существует уже больше 20 лет. История рейв-культуры началась еще в 50-х годах, когда слово «рейв» впервые было использовано для обозначения богемных вечеринок в Великобритании, так называемый «Soho Underground». С возникновением хиппи это слово было забыто, и в 80-х годах стало появляться новое движение молодежное благодаря появлению замечательного синтезатора Roland TB-303, который был сделан для танцевальных бас-линий для диско-музыки. И у него был дефект, который при изменении фильтров начинал забавно свистеть. И этому свисту дали название «acid», потому что был интересный кислотный звук. И появилось направление музыкальное, которое стало называться «acid house». К тому времени диско-музыка изменилась навсегда, потому что появилась музыка электронная, и Acid House буквально захватил сначала Манчестер в Лондоне и позднее Лондон. Вечеринки стали происходить в больших warehouse'ах, так называемых, откуда и взялось название house, потому что warehouse — это в дословном переводе с английского означает склад. Первые Acid House вечеринки стали собирать огромные толпы людей. В основном собирались футбольные фанаты и какая-то неформальная молодежь. Собиралось до 30 тысяч человек, и Acid House стал развиваться просто стремительно в Англии и в Америке. В Америке появился такой фестиваль, который назывался The Movement, и он стал основополагающей стилю Detroit Techno. То есть Acid House разделился на техно и Acid House музыку. Стал развиваться очень стремительно, и где-то к концу 80-х годов, к году 88-89, снова было адаптировано слово «рейв» для описания вот этих вот огромных скоплений людей. То есть слово, которое использовалось для психоделик рок-вечеринок в 50-х годах, стало использоваться для новой психоделической музыки, на этот раз уже электронной психоделической музыки. В России тоже стала развиваться рейв-культура, и в 91 году была проведена первая вечеринка рейвовая, которая называлась «Гагарин Пати». Известный диджей Владимир Фонарев, диджей Фонарь, вел программу, которая называлась «Танцевальная академия». Это был единственный, наверное, тогда в России музыкальный ресурс, откуда молодежь могла получать информацию о том, что происходило на Западе. Так что, в принципе, культура очень быстро захватила лидирующие страны мира. Впоследствии, уже в середине 90-х годов, Acid House стал развиваться и делиться на другие подстили. И слово «рейв» снова было забыто. Если основополагающимися стилями музыки в рейв-культуре были Acid House и техно, то к середине 90-х появились направления, такие как транс, драм энд бейс, техно, хардкор. Подстилей стало становиться все больше, и слово «рейв» забылось. И вечеринки стали называться «free parties», и если они находились где-то в заброшенных помещениях, то они стали называться «squad parties». В это же время правительство Великобритании достаточно агрессивно восприняло развитие этой культуры. Вечеринки, которые проводились в warehouse'ах, стали закрываться. Люди стали переносить эти вечеринки куда-то за кольцо, так называемый М25, дорога, которая опоясывает Лондон, которую еще называют Orbit. И именно отсюда группа Orbital взяла свое имя. И вечеринки стали происходить на открытых пространствах, и появилось понятие open air или outdoor. По сей день это достаточно распространено, очень много происходит сейчас больших outdoor фестивалей.
как, например, фестиваль ВУФ в Германии, который до сих пор собирает до 20-30 тысяч человек на каждую свою вечеринку. Детройтский Movement фестиваль до сих пор собирает до 90 тысяч человек. В Германии под содействием диджея Вестбама и Пол Ван Дайка проходили знаменитый аутдор-фестиваль Love Parade. Рейв-культура в своем первоначальном понимании, она уже, конечно, не существует. То есть люди обращаются, используют слово «рейв» для обозначения того, что происходило в самом начале 90-х годов. Сейчас ситуация очень изменилась в том плане, что стили музыки стали перемешиваться друг с другом, перестало появляться вот это вот четкое разделение по стилям, которое было, потому что сейчас уже появились такие стили, как минимал техно, это техно с элементами минимал, или электрохаус, это хаус с элементами электро. Появился такой стиль музыки, как прогрессив транс, это транс с элементами хауса, или прогрессив хаус, это хаус с элементами транса. Уже, в общем-то, трудно понять, на самом деле, это так, для профессионалов, скорее, изучение подстилей. Сейчас все это обозначается словом «электроника». В конце 80-х получило свое развитие такое направление в музыке, как «индастриал». И мало кто знает о том, что развитие такого популярного в России направления музыкального, как «psychedelic trance», было основано на, в общем-то, индастриал-музыке. И acid house, и индастриал-музыка очень близко связаны между собой. Когда стали появляться первые вечеринки в Гоа, в Индии, то небезызвестный диджей Гоа Джил, его друзья-энтузиасты, они вырезали вокалы из индастриал-музыки и миксовали эту музыку на первых транс-вечеринках, которые происходили в Гоа. И к 95-му году это направление в музыке стало безумно популярным, потому что стали делать, в общем-то, более танцевальный индастриал без вокала, и появилось направление Гоа-транс. В Москве первыми рейв-вечеринками были клубы «Пентхаус» и «Эрмитаж», чуть позднее клуб «Птюч». Это было совершенно что-то потрясающее для первой после застойного времени молодежи, когда вдруг в стране, где больше двух не собирался никто, модная и интересная артистическая молодежь стала собираться в этих клубах. Все были очень интересно одеты, и появился стиль одежды, который назывался киберпанк. Для очень многих людей те дискотеки, которые происходили где-то по городу с пьяными людьми, с драками и так далее, вдруг появились первые вечеринки, где собиралась совершенно другая публика, которая интересовалась вот этой западной культурой. И чтобы писать такую музыку, нужно было прочувствовать саму атмосферу. Я понимал, что у нас только отголоски ее, что люди только по слухам и по рассказам тех, кто ездит, могли сделать что-то в Москве. Нельзя было сказать, что это просто диско-музыка, куда люди приходят просто потанцевать. За этим стояла какая-то очень серьезная духовная подоплека и достаточно высокоинтеллектуальная, рассчитанная на взрослую интеллектуальную публику. В Лондоне первые вечеринки с гоа-транс-музыкой назывались Pagan и Return to the Source. Совершенно другая была структура организации этих вечеринок. Люди были одеты в одежду, которая полностью от и до светилась под ультрафиолетом. Было очень много ультрафиолетовых ламп и очень мало какого-то другого света. И из-за того, что все абсолютно люди на танцполе светились, то люди были этой цветомузыкой, танцуя. Это было что-то потрясающее, что-то совершенно необыкновенное, совершенно другие ощущения от происходящего, потому что первое, что поражало, это необыкновенная дружелюбность людей. Можно было заговорить абсолютно с любым человеком, и никто не высказывал или не показывал какую-то враждебность. Культура сама по себе была достаточно духовной,
и пропагандировала какие-то близкие к шаманизму идеи. В принципе, если подумать об вообще истоках такого понятия, как психоделика, можно, в принципе, вспомнить, скажем, североамериканских индейцев древних или шаманов, или аборигенов Австралии, когда повторяющийся ритм вводил людей в состояние транса. И они считали, что в этом состоянии они могли познать какие-то духовные глубины своей души. И все это, конечно, было глубоко религиозным действием, и далеко не для всех. То есть выбирались либо воины, либо шаманы, которые производили вот такие музыкальные мероприятия. В наше время не могло не появиться что-то среди прогрессивной молодежи, которые бы попытались развить что-то через какое-то молодежное направление. Поэтому я считаю, что вообще вся культура электронной музыки, она изначально была достаточно глубокой и духовной, и пропагандировала какую-то идею потери себя среди людей таких же интересов, такого же плана, как и ты.